Всем привет, с вами Мозга 4, сегодня будем играть в игру Легенда Дракона Мании. Это игра про драконов. Очень интересно. Я в ней играл уже, вот сейчас только заново начал. Вот здесь. Начинаем играть. Добро пожаловать, хорошо, что вы здесь. Нам нужны тренера драконов. Я вас здесь все покажу. А вот я вам покажу. Смотрите, дракончик вот-вот вырубится. Обычно. Нажми. Ой. Какой малыш, поздравляю, вы вывели первого дракона. Дальше не дочитал. Сейчас покормим его. Можно вот так сделать, и оно само полетит. Ого, огромный уже дракон. Так, теперь нас будет видеть. Ладно, не буду вам говорить, что будет. Все, что будет дальше. Это будет весело. Он больше похож на водяного. На змею какую-то. Так, это чтобы стоить еду. Минус 1000. Ого. Много как-то. Туда. Ладно. Не знаю, насколько это затянется. Это все прохождение. Вообще, это бесконечная почти игра. Я не знаю. Я просто полностью никогда не проходил. Я не знаю, что затянется дома долго или нет. Во! Шотца, это монстр. Да, у меня сейчас гром, если вы слышите, у меня гром и дождь. Да, такое творится на улице. Будет ветер. Ой. Дым. Туман. Что за будет дракончик? Так, в битву пойдем. Угу. Земля. Очень противненько стандартно. Идеально. Стандартно, так он не сработает. Огонь слабее ветра. Слабо верится. Хотя да, ветер никак может уничтожить дракон. Ой. Ветер может уничтожить костёл. Ну, например, огонь. Он его просто потушит. А огонь? Как он не может взаимодействовать с ним? Так что да, это правда. А, выйти на него. Подождите. Это игра на меня там все такое дело. Найдем второй мой любимый дракончик появится. Вот этот. Вот этот фиолетенький. Че на желтый? Мне это уже снимает 4 минуты, как это. Так. Ну, как я всегда приветствуюсь, я ведущий пойду.
хорошо. Запоминайте, как мое все это пишется. Ну тоже. Тоже у нас тут дым. Угадал я. Ветер и огонь. Так, я сам решу. Это я играю, так что не мне его не будет решать. Я сейчас возьму не огонь белый. Вот так. Да, я угадал. Вот это типа пчелы или шмеля. Дракон шмель. Джимай. А еще потом я буду со своим другом снимать видео. Но сегодня я болею так. Так что мне нельзя гулять. Так что я не смогу. Так, стоп. Пока уметь. Ну ладно. Смотрите. Хоп. Я под него просто положил. И он не может. Что-то не съел. Видишь? Я управляю. Поворачиваюсь. Вот, нужно под него вот так вот. Если он так, он может его съесть. Если так, он просто меняется. А если под низ... Если под низ, он не сможет есть. Можно, он еще прыгать не может. О, какой... огромный. Готово. Вау. И что теперь делать? Я не знаю, я без подсказок не могу не понять, что нам мне делать. Ладно, я просто... Так. Ничего. Так, пошли в бой напасть. Лишь бы победим. Никого. Они все боятся ее. Этого. Еще один удар и земляному капец. О, огонь понятно, потому что огня он не действует. Добить это. А я вижу, он атакует. Это еще стратегия. Не забывайте, стратегия. Минус. От кеточка идет. Добиваем.
Идеально. Не-не-не, я не пойду, я не пойду туда. Не, я не пойду. Я их знаю. Это такие, они сильные драконы. Мне своих надо прокачивать, чтобы с такими сложиться. То, что вы просто не знаете, насколько они сильные. Это что за драконы? Это что такое за дракон-то такой? Вот так дракон... Дракон желе. Я его так буду... Вот его яйцо. Вот это желешка, внутри его яйцо зеленое. Это есть он. Вот такое желешко. Как он называется? А, он так и называется. Долитель жетонов. Хранитель ключей. АЭС. Ямат. Фея, Селена, странно, темная машина, омут, навал, титан, кристалл, хозяин билетов, вода, металл, зелень, энергия, пустота, свет, тень, полусвет. Плазма, кипение, целемонный, ураган, лед, пыль, зернышко, минотавр, дракон и минотавр, странно, дерево, гейл, лава, гоблин, снег, дождь, уголь. Он же электрический. Как он может быть углем? А, уголь. Это такая... А, это рыба такая, она электрическая. Извините, перепутал. Арбуз, война, белладонна, мед, яд, ведьма, индукция. Туман, чешуйка, солнечный, ленген, классик, джунгли, лакета, реально лакета, йети, светорыбка, шипастик, темная материя, демон, ой, страшный такой, обсидиан, знает, кто играет в Майнкрафт, тот знает, что это. Кошмар, пират, глиб, жнец, колестонос, бандит, саламандра. Во, саламандру я хочу вот этого дракона. Ниндзя. Они все прикольные. О, все, я хочу ниндзя. Ниндзя, он ничего прикольный. Ветрокаменный. Ну, он такой, такая, ну, да. Но не, я все-таки ниндзя выбил. Грязь, облако, ржавые воды, броня, ультрафиолет, киборг, убийца, шипы, лист, конфетка, радуга, метеор, кирпич, самурай. Колючка, челюсть, лок, аласин. А, ассасин. Ассасин, подрос, подсолнух, магнит, тик-так, мумия, джин, ртуть, молния, император, агнес, туземец, тайновидец. Маска, стихия, печенька, рыба-клоун, жидкое пламя. Да сколько их там вообще?
Озеленитель. Ха, пиксельный. Прикольно. Пиксельный. Но немного их там. Не, их там слишком уж много. Так, что будем делать? А, уже 15. Сейчас будет 16 вот тут. И закончим. Ну, уже почти все, заканчиваем. Закругляемся, что тут. Да нет. Ладно. С вами был ZG4, как вы знаете. И до свидания. Пока.